этот револьвер был создан зарубежными конструкторами, но мировую известность он приобрел в России и Советском Союзе, знаменитый «Наган» в фильме «Оружие». Пистолеты и револьверы – это индивидуальное пехотное оружие, которое стрелок во время выстрела обслуживает одной рукой. Механизм питания патронами у револьвера выполнен в виде вращающегося цилиндра – барабана, в камерах которого находятся патроны. В момент выстрела одна из камер является продолжением ствола. Первые модели револьверов появились еще в 17 веке, но лишь через 200 лет барабанное оружие получило признание во всем мире. Всемирную известность барабанных револьверов обычно связывают с именем Сэмюэля Кольта. Он запатентовал на свое имя модель, сконструированную Джоном Пирсоном, и организовал ее массовое производство. Револьвер Кольта образца 1872 года выпускается до сих пор. Авраам Линкольн дал людям свободу, а полковник Кольт уравнял их шансы. В конце 19 века Российская империя приступила к массовому перевооружению своей армии. В качестве основного образца стрелкового оружия была выбрана трехлинейная винтовка системы Мосина образца 1891 года. Штатным револьвером служила морально устаревшая к тому времени модель системы Smith & Wesson образца 1880 года. Очередным шагом в переоснащении императорской армии и флота должно было стать единое личное оружие офицеров и унтер-офицеров. Военное ведомство объявило конкурс, призом которого являлся огромный государственный заказ. Самые известные оружейники мира поспешили принять участие в конкурсных испытаниях. Сотрудничество с русским военным ведомством всегда было крайне прибыльным делом, вызывая должное уважение и зависть к смекалистым промышленникам и торговцам у остальных иностранных предпринимателей. Одним из главных претендентов на победу в конкурсе был бельгиец Леон Наган. Наган Леон. Конструктор стрелкового оружия, предприниматель. Годы жизни 1833-1900. Вместе со старшим братом Эмилем основал оружейный завод Эмиля и Леона Наган. Автор конструкций магазинных винтовок, револьверов, пистолетов, охотничьих ружей. В конце жизни занимался разработкой первых моделей автомобилей. В 1891 году модель братьев Наган проиграла конструкции Сергея Мосина в конкурсе на разработку магазинной винтовки для русской армии. На сей раз бельгийские оружейники предложили русскому правительству семизарядный револьвер. Во время предыдущего конкурса Леон Наган неплохо разобрался в устройстве и сложном хитросплетении отдельных частей административно-государственного аппарата Российской империи и стал продвигать свой образец по всем правилам бюрократической игры. В частности, были изготовлены для личного преподношения в подарок Его Величеству Государю-Императору, Его Высочеству Великому Князю Михаилу Николаевичу и военному министру несколько презентационных экземпляров. И вскоре было принято положительное решение. Правительство купило у Леона Нагана патент, права, чертежи и всю необходимую документацию на производство семизарядного револьвера системы Наган. Справедливости ради следует сказать, что револьверы Нагана прошли очень жесткие испытания и доказали свою безотказность и надежность. 13 мая 1895 года указом императора Николая II солдатские и офицерские образцы револьвера «Наган» были официально приняты на вооружение армии в качестве штатного короткоствольного оружия.
Револьвер системы «Нагано» образца 1895 года. Калибр 7,62 мм. Начальная скорость пули 272 метра в секунду. Боевая масса со снаряженным барабаном 880 граммов. Длина 23,5 сантиметра. Боевая скорострельность 7 выстрелов за 15-20 секунд. Наган стал первым в России единым образцом личного оружия, принятым для всех родов войск, в том числе казачьих частей, жандармского корпуса и отдельного корпуса пограничной стражи. Выпуск «Нагана» был налажен на императорском Тульском оружейном заводе. Тульские оружейники попутно усовершенствовали технологию производства и конструкцию бельгийской модели. «Наган» образца 1895 года имел цельную раму и неотделяемый барабан на 7 патронов. Особенностью его конструкции стало использование принципа обтюрации. Исключался прорыв пороховых газов при выстреле через зазор между стволом и барабаном. Для производства выстрела нужно использовать мускульную силу руки. Этот револьвер был очень простой по устройству и имел, в общем-то, такую характерную особенность. Вот у него был подвижный барабан, то есть в момент выстрела барабан надвигается на пенек ствола, на казенную часть ствола. И в результате этого полностью исключается прорыв газа. И в результате этого, так сказать, все пороховые газы работают только на пулю. Нет прорыва, нет потерь. В результате кучность боя «Нагана» стала выше, чем у револьверов других систем. Перезаряжание производилось по одному патрону через откидную дверцу на правой стороне рамки. Гильза от патрона выталкивалась при помощи поворотного шомпола. Любой револьвер, и этот в частности, имел низкую заряжаемость. Это было его основным недостатком. Также у револьвера были достаточно широкие габариты, что препятствовало его вытаскиванию из кобуры или из кармана. Револьверу системы «Наган» была уготована долгая жизнь. Причина в том, что по совокупности боевых характеристик он превосходил всех своих конкурентов. Таким образом, револьвер вполне устраивал русское военное ведомство, и поэтому вопрос о его модернизации даже не рассматривался. Проводились лишь отдельные конструкторские доработки. В 1912-13 годах для отдельного корпуса пограничной стражи на базе «Нагана» 1895 года был создан карабин с длиной ствола 3 с миллиметром и неотъемным прикладом. И револьвер с длиной ствола 200 мм и съемным прикладом. В период Первой мировой войны «Наган» был основным видом личного оружия офицеров, мотоциклистов, солдат технических специальностей и бронечастей. За 3 года войны Тульский оружейный завод выпустил около 500 000 револьверов системы «Наган». Производство этой модели не прекращалось ни в революционные годы, ни во время гражданской войны. «Наган» стал самым известным революционным оружием, а в русском языке фамилия оружейника стала именем нарицательным, и «Наганом» называли вообще любой револьвер. К середине 20-х годов советское государство смогло приступить к пересмотру оснащения РККА и снабжения ее новыми образцами оружия. Учтя опыт Первой мировой и гражданской войн, Главное артиллерийское управление решило одновременно с созданием самозарядных пистолетов модернизировать хорошо зарекомендовавшие себя «Наганы». Патрон был немножко модернизирован. Появился новый порох, и пуля стала с остальным сердечником. Также в пистолете немножко улучшились качества планки пистолета, мушки. Несмотря на то, что в 1931 году на вооружение Красной Армии был принят пистолет ТТ, револьвер «Наган» с производства не сняли. Он проигрывал ТТ в компактности и скорострельности.
Но такие показатели, как надежность, точность и кучность стрельбы, а также останавливающее действие пули, у револьвера были выше. Поскольку личное оружие использовалось в ближнем бою и рукопашных схватках, этим характеристикам придавалось важное значение. По сравнению с ТТ, наган имел еще одно существенное преимущество. Производство и ремонт револьвера были намного проще и дешевле. Поэтому в соответствии с планами вооружения Красной Армии в 1941 году на Тульском оружейном заводе должны были изготовить 160 тысяч револьверов наган и лишь 140 тысяч пистолетов ТТ. Серийное производство револьвера системы наган было прекращено лишь в конце Великой Отечественной войны. Более 50 лет он верой и правдой служил солдатам и офицерам, стоял на вооружении императорской, красной, а затем и советской армии, прошел через десяток войн и вооруженных конфликтов. Всего же в России было выпущено более 2 миллионов револьверов системы наган. После окончания Великой Отечественной войны револьвер «Наган» образца 1895 года был снят с вооружения армии, его производство прекратилось. В настоящее время «Наганы» используются в подразделениях службы вневедомственной охраны, инкассаторских и других организациях. Еще одним символом русской революции вместе с бельгийским револьвером стал немецкий автоматический пистолет, знаменитый «Маузер» в следующем фильме «Оружие».